Извини. А, я его просто... Выбирай, кого кикнуть, я любого могу на выбор. Ну, Лувр я последнему добавил. Хорошо. Тогда, это если лишний, то... В порядке очереди всех. Все. Извини. Извини, Лувр. Тогда в следующий раз. В команде уже нет. Украинка офнула стрим, но я не вижу ее в друзьях. Она либо заявку в друзья не приняла, либо, я не знаю, я еще раз кидаю ей. Если она и сейчас, ребят, не если... понимает, как бы... Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Стоп, к она... зрителям обращусь. Если вы хотите добавиться в друзья, можете скинуть мне карты, потому что мне как-то нужно повышать уровень. Я, к сожалению, ну, не имею возможности каждый день все. Сидеть и... А что она стрим-то офнула, блин? В этом же и прикол был. Гей. Так. А как поделиться тут? Ну, я так понимаю, мы заходим, и, типа, на карте мы заходим вместо ботов, насколько я понимаю. Кто вообще шарит, типа, если я сейчас начну... Мы сейчас должны соревновательные стартануть, вроде, должен поставить. Так, а мы не можем, потому что у нас, типа, нету левела. Сейчас за... В смысле, Третьего. Подожди, 5 на 5 мы даже не можем стартануть? Нет, если мы сейчас стартанем, мы будем 5 на 5. Не, я имею в виду 5 на 5, сейчас, когда пятый зайдет, ты соревновательный все равно не сможешь. Вам надо как-то в ЛГ вниз посадить, иначе баба будет... Нет, мне кажется, это не так работает. Бонни позвать, она же в КС проигрок. Я уже готов ее позвать, значит, это очень долгое. Какая Бонни? Какой проигрок, вы о чем? Бонни Верс какая-то там. Нет, далеко не проигрок, мне кажется. Хм. Там можно будет сменить команду. Короче, жду еще 20 секунд. Если она не примет инвайт, то... А у тебя есть кто-нибудь? Да, есть. Понял. Ты бы заранее пригласил тогда и кикнул бы, если... А, ну хотя да, молчу. Все понятно, короче, я Мише закидываю, потому что она мне теперь инвайты шлет. Видимо, мой она принять не может, не знаю. Погнали. Это не просто. Ну, он Мишу. Нормально. Ну все, погнали. Пожалуйста, только не нюк. Сейчас еще раз скину. Инвайт, погоди. Еще раз. Я не знаю, что там выпадет. Пригласить в лобби. Вот. Все остальные заходят без проблем. Я не знаю, в чем. Господи. О, боже. Так, карты передовой. Погнали. Мираж получился. Ой, короче, тогда кто за меня, давайте начнем за террористов, там, я не знаю. Я вообще не знаю, как здесь все работает. Я знаю, как стрелять. Ну, левая кнопка, это я тоже знаю. Мы одинаково с тобой слабы. Пятилетний ветеран — это медаль, которая дается самым худшим игрокам. Так а что, не игра? Ага, все понял, вижу. Это утешение такое для самых слабых. Ну я хотя бы ветеран. Мои за АТ сторону, короче, заходят. Ребят, музыка вас не смущает, если все хорошо, слышно моих коллег. Я напомню, что сегодня у нас Илья Мэдисон на проводе и мистер Кейк. Поставьте единички. Один. Здравствуйте. Два. Добрый вечер. У меня экран мигает. Добрый вечер, мои. У меня экран мигает в Counter-Strike. Черным. Злодей. Я выключу стрим, а то будет мешать, шаги не слышно. Конечно, конечно. Выключай стрим, выключай. Почему у меня может мигать Counter-Strike черным экраном? Объясните мне. Альтар вниз. У меня тоже мигнул, но вроде перестал. И лаги постоянно у меня. Лаги, ой. Да, у меня лаги. Походу Илья хостит, ого. Типа непосредственно вон. Хм. Ни хрена себе, тут пинг походу. Хотя нет, пинг нормальный, видимо, что-то. Ну, вроде прошло. Ладно, все, ребят, ребят. Как-то тебе надо консольную команду вести, бот кик или что-то типа того. Не получится завести соревновательный, потому что у Дениса и меня нету третьего уровня. Как там ботов кикнуть? Кто помнит эту команду? Бот слэш кик. Не слэш, нижнее подчеркиваю. Да, кого-то нету у них, у Дениса. У вас кого-то не хватает, Дэн. Идем на Б. Так,
Дениса я вообще не слышу, на самом деле. Он, видимо, решил своей командой. Я здесь, все. Мы уже начали, что ли? Да, у вас не хватает одного игрока. Ну, мы, мне кажется, рестарт сможем сделать. Да. Я могу пригласить сейчас, наверное? Да, попробуй пригласить. Пойдем. Быстро. Пока он приглашает. Давайте. Как-то это низко, правда, друзья мои. Блин, мне походу в эту игру-то придется звук включить. Или вы мне будете говорить, кто где бежит. Не, я не могу, к сожалению, никого пригласить через друзей. А, вот, пригласить друзей. Боже. Я думаю, рестарт мне просто надо будет написать. В порядке очереди. А то, что автобай брони, я думаю, это не важно особо. Ну это типа мод, тут и френдфайра нету, и мы друг через друга ходить можем. Это типа мод для новичков только. Так, мне две команды скинули для консоли, которые запустят соревновательные, можно сказать. MP Max Rounds, что-то там. Можно завести соревновательные через консоль. Я заведу, мне главное, чтобы пятый игрок зашел за... Сейчас. Дениса. Я тоже особо... Ребят, перестаньте мне писать, пожалуйста. Продолжайте ему писать. Но не сильно отвлекайте. Пока просто бегаем, пока он не найдет, и я потом рестартну. А, ну окей. Короче, я вот приглашаю, кого вижу. Потому что по-другому не могу. Не обессудьте. Вы видите, что творится у меня на экране? Господи. Оно прекрасно. Я понял. Пока ждем пятого, похоже. Тут еще, по-моему... Ну-ка, пальни в меня, Кекс. Нету Friendly Fire? Нету. Отлично. Нету Friendly Fire, нету моделек героев. То есть ты можешь прям все в пятером в одной точке стоять могут. Вроде как. Так, ну все. Пригласили. А чё все ушли-то? И это покидает игру. У тебя два ливера уже в команде, тебе надо перенабирать, видимо, друзей каких-то. Вы какие-то не очень. Мне опять начало мигать. Зачем покидаете игру? Пугались. Все похоже. Ну, один зашел, нужно еще одного добрать. Ах, наушники переключу пока. Все, сошли. Так, сейчас, ребят. Ща эти команды найду. Блин, ну кто поудалял сообщение? Ну какой дебил? Не сердись. Пипец, я не знаю, кто из модераторов это сделал. Я бы его просто нахер выкинул сразу. Так, для перезапуска матча 1 секунда. МП Макс Раунс 30. Так, у нас сейчас уже просто началась сразу, да? Все, мы играем. Все, ребят, да? Походу катка началась. Давайте до 15. Ну, насколько я понял. Давайте, запотеем. Ребята, я верю в вас. Блин, я только без звука играю. Я верю в тебя, Митрич. Давай, тащи. Все. Погнали. Вы мне говорите инфу, потому что у меня звука вообще нет. Окей. Пока никакой инфы. А я, как у вас инфа, у меня не будет инфы? Но... Да нет, никакой инфы, мы вдвоем в скайпе сидим. Я никакую инфу дать не могу, потому что я этих карт не знаю все равно. Твою мать, я даже не знаю, где закладывается-то она. Отличное, наверное, место. Не быть нам с тобой киберспортсменами. Я буду, я верю. Он в дырку полез. Все, готов. Илюха, не слышно, походу.
Да какая разница? Так, я чуть погромче сделаю себе игру. Я чувствую себя как-то неловко, когда я покупаю на протяжении 5 секунд что-либо. Слишком быстро, да? Ну, я не знаю, как это профиксить. В следующий раз, понимаешь, нам нужен уровень и все такое. Чего покупать? Чё она спросила? Покупай все, что считаешь нужным. Тебе можно все. Ёп. Откуда он там? А здесь Friendly Fire есть? Нету. Тут еще и за врагами сидеть можно. Он с пипеткой, что ли? В магазине. Блин. Собирался уже нажать префайр. Молодец, псай. Молодец, так его. Давайте, Настюша, ласт хит, давай. Куда ты смотришь? Ребят, я недоволен. Давайте, соберитесь. На самом деле, это я виноват, что не закупился, но да ладно. Бомба упала. Чё мыкаешься? Дерзкая женщина, так. Чё-то непонятно, а почему моя команда убежала на Б, если у вас бомба... Бомба. Блин. На А была. Ну ладно. Молодец. Слушайте, мы влетим так. Это... Слушай, ну, может поспорим, Мэтт, а? Не-не-не-не, никаких споров, забудь. Забудь о спорах. Давай на коробку пончиков из Криспи Крем. Я чувствую, попахивает тут не пончиками, а чем-то таким невкусным. Так что, никаких пончиков. Подрубайте ага. Уже, блин, вы что, издеваетесь, что ли? Нельзя ему просрать. Это разогревочный. Как бы. А, понятно. В окне есть. Поменяю. Слушай, Ксюха, а поменяй игру с ноутбука. Готов. Чилл Декей, добро пожаловать. Спасибо тебе огромное. Чё сказал на... Ты зачем моего коллегу убил, а? Сейчас я тогда отомщу тебе. Меня твои угрозы не пугают. Профессиональный менеджер, а? Ну-ка, вот тебе. Извини, не окликнул. Я на самом деле боялся, что ты развернешься. И... Блин, Настюша, иди к бомбе, Настюша. Ты должна догадаться. Бомба — это путь к победе. Господи. Даже Виллов Геймс ее застрелил. 3-1. Ладно, я так понял, потеть придется мне. Я думал, все будет нормально, но... Все пошло не по плану. Да. Бомбу не просрите по 5 в самом начале раунда, как вы это любите. Мэтт, я, в принципе, больше не грущу. Все, я тебя убил, поэтому... Сейчас Мэтт как меня пошлет, я чувствую. Тихо. Молчит, потеет. Тихо. Илья хочет видеть. Мэтт, ты чё творишь, а? Ах ты! Смотрите, а. Ты ну, меня очень, ты меня... Я не всегда такой злой, ты меня очень разозлил. Бомба на ком опять, ладно. Блин, они ее уронили опять там. Нет, они не уронили, она бегает, бомба. А. Я просто радар плохо понимаю, типа, только в сорсе ориентируюсь. О, господи. Я купил говно.
Надеюсь, фанат Рока сегодня не зайдет к нам на стрим. А он что, очень?